Привет, сейчас мы поговорим о футболе. Ладно, я пошутил, о баскетболе. Как ведет себя голова во время игры в баскетбол? Вы не ослышались, реально голова. То есть голова вообще, надо понимать, что она, вот вы сами знаете, какие она может делать движения. Она может смотреть в ту сторону, ну как не смотреть, а поворачиваться в ту, там, наверх. Ну вряд ли вы будете наверх во время баскетбола смотреть. Ну прям вот так вот смотреть. Там она может вот так поворачиваться и вот так вот. Но помимо этого, голова, она, у головы есть еще мозг, который, если как бы не было мозгов у баскетболиста, то не было бы как бы хороших там супер игроков. И есть у него два глаза телескопа, которые там смотрят туда, туда или в другую сторону. То есть они получают информацию, они анализируют ситуацию. Также у головы есть еще уши, которые также получают дополнительную информацию. Если там, например, тебе кричат: придурок, давай быстрее атакуй. То есть они получают информацию, очень нужную для игрока. И рот, чтобы ты также мог отдать кому-нибудь информацию: хорошо, придурок, бегу. Вот, то есть как бы все вот глаза, уши и рот, они нужны для как бы игры, хорошей, отличной игры. Но этого ничего бы не было, если бы не мозг. Потому что каким бы ни был игрок, маленьким, низким, не умеющим бросать, там умеет делать только дриблинг и вот перемещаться чуть-чуть, если у него нет мозга, если он не умеет думать, то все. Все равно, что нет баскетболиста. Потому что этот игрок может увидеть где-нибудь там: о, человечек идет вот тут вот открытый, случайно он проходит, и ему: Антон, на! Он получил передачу и забросил спокойно под кольцом, один на один с кольцом, и, конечно же, он забросил. Вот, то есть, если вы, конечно, здоровый там бросок, ой, как бросок, здоровый игрок, и у вас, вы там накачанный, сильный, бегаете, у вас там броски залетают, все отлично, вы хороший игрок, вы отличный игрок в баскетболе один на один, но не для команды, потому что если у вас нет мозгов, вы даже один на один не сможете на самом деле играть, потому что вы там не сможете додуматься, что лучше там, например, сделать в этот момент финт, чем там я пройду дальше. Потому что нужно как бы размышлять. И разницы нет, игрок там большой, здоровый или нет. Главное, чтобы был мозг. Потому что если мозг не будет думать, то он там... То смысла ногам бегать нету, потому что если ты ничего не понимаешь. А умный человек, он подумает: так, вот я побегу, не успеваю вот этого догнать, тогда, значит, я сразу побегу, трех бросит, значит, брось, за треха я его уже не успеваю, тогда побегу сразу там защищаться уже внутри трехочковой линии, чтобы он уже там проход не сделал. Вот, то есть человек думает, а также вот другой человек, например, был такой, кстати, волейболист, но это я вот просто вам расскажу, то, что он, там же, вот знаете, они там прыгают в одну сторону или в другую. Он, знаете, как понимал, в какую сторону человек прыгнет? Он наблюдал за носом. То есть у него тоже были мозги, он наблюдал. А те, вот вы, когда там, например, тоже сами смотрите там, вы куда-нибудь там, то, конечно же, вы туда посмотрите, потому что если там голова наклонена туда, вы можете смотреть в ту сторону, но игрок будет понимать, что нос наклонен в ту сторону, вы, скорее всего, побежите туда. То есть это тоже очень важно. То есть этот человек, он заметил. И вообще, то есть в баскетболе нужно очень обязательно думать, потому что вы не сможете тогда читать игру. То если у вас нет, вы не сможете там понимать там, где там, что нужно сделать в этот момент, что нужно в тот. Это как шахматная игра, то есть когда там, например, в этой ситуации: так, этот на D2, этот на E4, значит, мне, это сложная ситуация, как же там было, тогда нужно ходить пешкой. И вы идете и сами там обыгрываете игрока, идете в проход и забрасываете.
То есть нужно уже знать много и быть подготовленным, потому что все хорошие игроки, они имеют хоть чуть-чуть, но имеют тоже... Нет, они имеют очень много мозгов, но их надо использовать. Потому что если они не будут их использовать, то какие же из них там супер игроки, которые там 33-очковых подряд забрасывают? Такого не могло бы быть. То есть они бы не могли забрасывать 3-очковые, если бы у них не было умной головы. То есть нужна в любом случае умная голова, чтобы хотя бы обыграть защитника и тупо бросить 3-очковые. Для этого тоже нужен очень большая голова. То есть даже если вы хотите, вам все равно, если вы видите, что у вас не получается, отдайте передачу, откройтесь чуть-чуть, отойдите от защитника, получите передачу и уже в этот момент тогда бросаете. Потому что все равно для реализации 3-очкового броска тоже как бы нужно как бы многое. Вот. И думать в баскетболе в любом случае нужно обязательно. Потому что если головы не будет, я еще раз вам говорю, то маленький, вот если вы здоровый игрок, 2 метра ростом, против вас играет там 1,5-метровый Саша, то он вам... Если вы там будете думать, а он там 3-ку не бросает, вот так вот просто постою, а он вам 3-ку накидал и все, и вы, у вас ничего не получается сделать. А если вы уже будете умно думать, то вы будете играть с ним вплотную, вы ноги расставите пошире, потому что у Саши, у него ноги не такие здоровые, чтобы за один шаг вас обыграть. Вы расставите ноги пошире, сделайте руки выше, чтобы он, ну, одну руку точно, чтобы он уже понял, что так бросать против него не получится, придется обыграть. А если вы Саша, то вам нужно обмануть этого защитника здорового, высокого, потому что у вас, если вы меньше ростом, вы более подвижный, чем этот здоровый игрок, и вам нужно будет думать головой, как бы его обмануть. Вот я пойду туда и резко потом смещусь туда и там сделаю бросок, или там сделаю дриблинг, резко разгонюсь туда, вернусь и забью ему 3-очковый бросок. Потому что если у Саши бы не было головы, то никогда бы он не смог бы соревноваться даже против такого же безмозгового здорового игрока, потому что у него уже есть сила в росте, у него есть сила в массе, у него просто он сильный, мощный, и он выше в первую очередь. Если у них обоих нет мозгов, то это как бы для обоих плохо, но все равно выиграет тот. И поэтому, если вы играете против здорового игрока, думайте головой, потому что если вы не будете думать, то у этого здорового игрока будут все преимущества против вас, даже если он сам не сможет думать своей головой. То есть в любом случае голова нужна для того, чтобы думать. То есть голова, она как бы в первую очередь, она решает все. Она, то есть если головы бы не было, то вы бы там не смогли двигаться туда-сюда, там забрасывать броски. То есть все равно вы головой анализируете, вы принимаете решения, вы делаете так, как это было в прошлый раз, и то есть вспоминаете ту ситуацию, так, тогда я сделал лучше, а тот раз, когда я отдал передачу налево, ничего не получилось, ну ладно, тогда я лучше отдам передачу направо, потому что когда я отдавал налево пару минут назад, ничего не получилось, вы отдаете налево, и все получилось, и вы уа, и довольны. То есть голова, она в любом случае, она нужна, потому что если бы головы не было, то я вам еще раз говорю, то ничего бы у игроков не получалось. Они бы в первую очередь, если бы они смотрели даже вот, тупо смотрели бы вот так вот на мяч и на защитника, когда уже там идут на мяч, смотрят, дум, защитник. А, ладно, так, тут защитник, что делать? Ладно, подожду. Дум, а, защитник. Так, ладно, еще раз, ну-ка. Так, ладно, я пойду. Тум, защитник. То есть это как бы очень глупо. Поэтому игрок должен голову поднять от мяча, от всеми любимого баскетбольного мяча. И он должен видеть своими глазами 100% всю баскетбольную площадку. Он должен видеть всех игроков. И если он там идет с мячом, там заказывает голову, но я надеюсь, вы знаете, это когда из рук в руки мяч передают,
Он заказывает голову, там защитники уже поняли, что вы будете играть голову, а вы там, тот подбегает, резко там типа, ну, он начинает убегать, а вы ему мяч не дали. И защитники сместились, тот, который с вами играл, думает, что вы без мяча, так он уже, значит, проход не пойдет. А вы такие, ага, у меня есть мяч и все, то есть это уже работа головы. Или, например, та же самая ситуация, знаете, чек. Это когда не голова, то есть когда он, например, не стоит на одном месте из рук в руки, а когда он бежит там и там типа об пол там или как-нибудь тоже. Ну, то есть когда это голова только в движении, это чек. И то есть там три игрока там, вот которые по центру делают там влево чек, а тот, который с другой стороны, он там к другому игроку делает чек, а потом вдруг там появилось свободное место, он щук открылся, ему передачу, он сверху забил и все. То есть это тоже думает голова, потому что если бы голова не думала, они так бы и стояли. Так, у меня осталось 5 секунд на то, чтобы избавиться от мяча. Что же мне делать с этим мячом? Так, наверное, брошу, лучше брошу. Не попаду, значит, не попаду. А если я забью, то я буду крутым игроком. Тун, блокшот. В следующий раз отдам передачу. Тун передачу отдает. А, он ее заблокировал. Ну ладно, тогда начну уже. То есть все равно на ошибках игрок учится. То есть ему надо там в ту сторону посмотреть, в ту сторону туда посмотреть, туда посмотреть, отдать передачу. То есть все равно голова в любом случае, голова должна быть, потому что, чтобы играть, даже он может не уметь бросать, но он должен думать головой. Вот, все. Я вам рассказала про то, как действует голова во время баскетбольной игры. А сейчас, смотрите, я вам покажу, как делать данк, ну, только без мяча, у меня сейчас с собой мяча нету. Я вам сейчас покажу, как делать данк, давайте. Вот кольцо здесь, смотрите внимательно.